Рано или поздно всегда наступает утро. Я думаю, настало время позавтракать и отправляться в обратную дорогу. Шалом. Доброе утро, Илюш. Доброе. Ну, как вы? Нормально. Выглядите хорошо. Да так же, как и ты. А во сколько мы вчера приехали? В час ночи. Стоп, откуда ты знаешь-то? Я все знаю. Понял. Так, там у нас все целым ходом идет погрузка. Капитана вообще не берет. Вот капитан действительно вот такой человек, которого ничего и никогда не берет. Закаленный. Закаленный в морях. Киана Сергеевич. Бодр, хорошо, сейчас подожди. Оп, по-модному. Мы все-таки, понимаешь, да, в столице моды. Товарищ капитан, добрейшего утра. Доброе. Корабль. Сколько можно спать вообще, не понимаю. А? Шкафу. Он в шкафу, да. Сколько можно спать? Сколько? Я, между прочим, чай поставил. Я уже 3 часа тут хожу, как Чапаев перед боем. Все. Думаю, когда же они проснутся? Ты же не поплыл через водохранилище, как Чапаев. Это, конечно. Ну и слава богу. Да. Там сейчас как раз шашлыки. Надо возвращаться. Надо. Я с женой имел утром разговор, понимаешь, все, надо вернуться. Вернуться? Долг надо исполнить? И не один раз. Давай, мы с тобой. Ну, в смысле... Да не надо. Мы по своим. Что-то погода ухудшается. В моменте причем. Тонкий намек. Какой тонкий намек? Табуреточка моя упала. Табуреточка. Ой. Так, надо бы еще спиннинги удочки не забыть, на самом деле. Вот что важно. Рыбы поймали, знаете сколько? Нисколько! Да ёпта! Самый хороший автомобиль я купил во Франции Ford Sierra за $200. Когда у меня Mitsubishi там перестала ехать, она опять, была чем-то смотри, ехать. Вот, обратите внимание, опять японская техника опять перестала ехать. Да. Кстати, мы еще на американский не доехали, поэтому давайте... Господа, кстати, насчет техники. Я предлагаю вот сейчас покушать и провести ревизию. Там, начиная с доджа, заканчивая зелом. Там уровень масла. Вот эти все жижи, да, наличие, чтобы все было. Колеса. Да, у нас, кстати, мутный съежился ночью, потому что в автономке кончилась соляра. Бывает. И такое бывает. Ну, Иван Ильич. Ну вот. Вот американская техника. За $200 он дошел до Питера. У него... Выжил, устроил только термостат. Ну все, все работало, все. 20 там Ford Sierra. С хреном Ford Sierra. В машине. Потом пришлось ее, правда, сдать. В металлом? Не, на запчасти. Ну, в принципе, то же самое. Да. Это... О, чаек, господи, как хорошо по утру. Это просто божественно. Привык, понимаешь, ты буржуйским автомобилем. Да, привык к нормальным немецким автомобилям. Мне кажется, она больше разошлась, нет? Ну, ничего страшного. Так, приступим к изучению технических жидкостей. А, ты прям в антифриз. Кстати, не самая плохая идея. Не, нормально. Отличная вода. Отличная вода просто. Жиборда. Но не хочется, чтобы, конечно, у нас перед выездом все закончилось. Иван Валерьевич, все в порядке. Все отлично. Мы в безопасной зоне. Как раз вот вчера пол канистры бахнули. И мы как раз на середине безопасной зоны. Да, все отлично. Так, у доджа есть шансы доехать. Ах ты ж, ни хрена себе. Вот эта кастрюля. Ты видел, Сергеич? Просто гигантская. А это что? Это расширительный бачок. А расширительный бачок? Ох ты ж, ёпарасота. Как-то все, такое все камазовское, да? Да. Неплохо. А где у него щуп? Щуп в самом неудобном месте. Вот там вот где-то сзади. Вот. Да? Вот он, я так понимаю, да? Да. На себя загибайте, да, и раскрутите на плечи. Все правильно. А что это за тумблер? У нас масло почему-то здесь, а не здесь. А кажется есть... странным. А нет? Есть масло? Есть. Много? 5 литров. Я думаю, ему хватит. 5 литров? Сюда? Сюда. Ему 5 литров один раз чмафнуть.
Макс, а вот это что такое? ВК 30Б. Выключатель массы, что ли? Это и есть то самое реле, которое осуществляет 24 вольта, но потом переходит на 12 вольт. Да. Да, все, охренеть. На месте. Ну, хорошо, но нам потребуется масло. А что я на тебя смотрю? Ну, Макс, у меня есть еще? У меня есть. Сейчас дольем. И в бой. Да, да. Я чувствую, нам надо по дороге будет еще масло для зила взять. Но это ладно. Есть вопрос. Макс, да. А почему такой гигантский вентилятор на такой микроскопический радиатор? Ну, то есть наоборот. Вот это вот как бы... В чем инженерия? Георгий Александрович, ставили то, что было дома. Под рукой. Дома был вентилятор от Nissan Skyline. Поэтому... А, так это же Skyline. Что ты сразу не сказал? Это японское качество. Все, это многое объясняет. Поэтому он маленький, да удаленький. Угол атаки лопасти правильный. Гудочек. Это что такое? Что? Это, значит, перевод 24 на 12. Запускается на 24, потом переходит на 12 вольт. Дуализм. Тюнинговый? Нет, советский. Ну, выглядит мощно, да? Но. Так же и работает. Я думал, кастрюля такая здоровая. Думал, прекрасно. Так, надо за собой все убрать. Мы все-таки. Культурные. Да, мы культурные, поэтому надо будет навести сейчас порядок, все подсобрать. Никогда не оставляйте мусор в лесу, не ведите себя как свиньи. А, нифига, даже так бывает. Газоните, Иван Валерьевич. С той стороны. А еще! Нормально. Ну, если мотор стучать не будет, то доедем. Да, давай я отъеду, а то мы сейчас весь кунг... Да, давай, давай, да. Да, да, давай, да. Во-во-во! А ямба! Господа, нас ждет 800 верст дороги на средней крейсерской скорости 70 км в час. Чего же мы ждем? Город-герой Ленинград, мы возвращаемся. Ну, здесь какая-то радость должна была быть. Ура! Так или иначе, порядок навели, все чисто, все хорошо, мы мужчины, погнали! У меня вопрос, господа. Откуда взялся этот предмет? Мы же вроде в Химках-то не были. Не были. А он есть. Ситуация. Блядь! Мотук, ебучий, сука, пососишь. Убери, плохой знак, убери. Убери. Иван Валерьевич, а сколько влезет? Не сколько влезет? Нет, я время? Спрашиваю, да, нет. Какое время? Сколько мы сожрали за вчерашние покатушки? А, сейчас узнаем. Ну, я еще... Все, я понял. Я к зилу. Пожарный зил, светки зил. Опять дождь начинается. Но так или иначе, пока все хорошо, и мы возвращаемся домой. Это не может не радовать. Макс, сколько бак литров? Сколько литров? Ну, бак, сколько литров? 170. 170, то есть мы... Нормально. Деньги утекают, как вода. Такой счастливый. Ладно, все, надеюсь, это последняя заправка. Да, длей полночь.
Точно? Ну, конечно. Я думаю, 100 хватит. Ну, а в том сколько осталось? Там не до хрена. Там не до хрена, да. Ну, вот. Вот еще ехать? Нет, давай лучше полный нальем. Мне вот эти потом приключения, беготня с солярой, пацаны, дальнобой, есть соляра? У нас есть джип, мы им, если что, потащим зил. Да. Давайте это будет скучный роадкил в обратную сторону. Туда было весело. Да, надо сначала оплатить. Серьезно? Да. Я понимаю, что это. Да не может быть. Что там произошло? Надо еще раз залупнуть, видимо. Я уже сколько раз залупил. Ладно, я пойду узнаю. 55 литров за 307 километров. 17,9 и с чем-то там в периоде. Неплохо. А сколько это в галлонах? Я понял, не считай. Другой вариант. Дюймовый инструмент. Будем брать на всякий случай. Кофе, я думаю. Пожалуйста, мой капитан. Может даже гадость какую-нибудь съесть, не знаю. Есть настроение? Точно, это же кафе придорожное. Гамбург. Нет, не будем. Есть другое место. Там остановимся. Базарим. Все, окей. Ждем тогда. Почему Сергеич сегодня весь день ходит в охрене? Я спал. Ты уже второй дубль. Я спал. Растущий организм, надо много спать. Подожди. Обошлось. Все нормально. Во всяком случае, если наши это излишки масла, то они потом... Господа, есть загадка. Мы пока с Иваном Валерьевичем, значит, стояли и ждали наш заказ, подъехала загадка. Заяц шел к реке, встретил 6 слонов. Каждый слон встретил 2 обезьян, идущих к реке. Каждая обезьяна держала в руке попугая. Сколько животных шло к реке? Много. СМС-ка можно включать? Да. Долго будут руки заняты. Тогда дай посмотреть. Нет. А там ответ. Да. Заяц шел к реке, встретил 6 слонов. Каждый слон встретил 2 обезьян, идущих к реке. Каждая обезьяна держала в руке попугая. Сколько животных шло к реке? Овер до хуя. Точно много по-любому. Иван Валерьевич? Нет. Да не готовы, не готовы. А что, за экзамены такие? Мы же пожрать принес. Что за ЕГЭ? В стране даже ЕГЭ отменили. А тут просто, такие господа, остановитесь, это же такая простая загадка. Ну что, смотрите еще раз. Капитан быстро отдоплился, да. Заяц шел к реке, встретил 6 слонов. Каждый слон встретил 2 обезьян, идущих к реке. Каждая обезьяна держала в руке попугая. Сколько животных шло к реке? Я сбился. 24. Ну не считаю 6 слонов. Так, я все понял. А, уважаемые подписчики, вы знаете ответ на эту загадку, напишите в комментариях. Баста. А, еще же это по этой одной штуке, сука. 36. Нет? Я сбился на 7. Двигайся, брат. Я предполагать не буду. Да, я даже приятного. Не задумывался. В общем, у нас ситуация. Нет, ребят, не подумайте, ничего не сломалось. Додж Иван Валерьевича ведет себя достойно. Радиатор по-прежнему цел. Хотя, честно говоря, мы спорили, что он дриснет, но он не дриснул. Илюша Мутный практически дочитал книгу Леонида Филатова. Взгляд у тебя умудренный, понимаешь? Вот даже вот можно переименовать тебя из мутного. Посвященного? Ну, нет. Мудрого. Мудрого, точно. Мутного в мудрого. Да. Неплохо. Неплохо, да? Процитируйте что-нибудь. Не могу. Почему? Ничего не запомнил. Тогда Мутный по-прежнему. Так или иначе, господа, к сожалению, наши пути с Максом расходятся, потому что ему надо поворачивать на Гатчину и вести, так сказать, наш двухсуточный каршеринг на базу. Вот, поэтому я от лица независимого эксперта выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы, так сказать, поддержали нас, отвезли нас, привезли нас. Виталя, ты был лучшим запасным водителем, который не проехал ни километра. Спасибо. Лучший в моей жизни. Спасибо вам, господа, что вы есть. Лайки. А, кстати, ссылка, есть канал, значит, у Макса. Ссылка на канал будет в описании. Спасибо, ребят. Комфортный каршеринг приехал. Да, ЗИЛ все-таки сила. Экономичный. Экологично. Да, тяжело спорить, тяжело.
У меня есть вопрос. Да, мой друг. Как мы теперь поедем в автомобиль, в котором два места? Ну, что-нибудь придумаю. Я пошел грузить. Нет, стойте, стойте, мы сейчас придумаем. Тот, кто не читал книжки, в цугундер. Илюш, ты такой костлявый. Тогда я же говорю, ты, да я что могу. Ты не костлявый, ты вот ты как ящерица. Все нормально, сидим. Да. И не на колешках. Нормально. Интересно, сейчас заиграет песенка из дальнобойщиков. Какая? Тихий оголек моей души. Ну, можно и так. Там Новый год два раза в год. Ты как-то там? Я нормально. Я вдохнул и больше дышу. Молодец.